Ладно, начнем. Если что, мы все вырежем. Здорово, челики, чермандерики. Прикольные подкасты с непоследними человечками из тату-индустрии. Передача получасовая. Она заканчивается, начинается заново. Основные моменты я хочу вам рассказать сегодня. Прежде всего, я себя позиционирую как татуировщик. Я делаю свои контура с помощью РС. Они начинают красить, а у них не красится. Моя рекомендация – тоненькие иглы и в добрые дальние. Я читал рэп. Ну все, пацаны, я полетел. Придет врач, посмотрит на тебя, скажет, что с тобой либо все хорошо, либо плохо, и ты уже дальше от этого будешь плясать. Одним из самых базовых методов профилактики контактной инфекции является мытье рук. Медицина – самая точная наука после богословия. Чаще всего татуировщики в большинстве своем не понимают вообще, с чем имеют дело. Мне кажется, что татуировка претерпевает какие-то видоизменения. И там идет такой хребет. Нужно ли оно нам? Татуировщиком. Как бы у нас биография-то одна на всех. Всем удачи. Да, у меня продукт-плейсмент.